Всем не бога не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, и сегодня мы продолжаем играть в Кэндл. Свечечку, свечулечку, све... У нас замечательное начало, но это неспроста. Ну, не, я не специально, естественно, сейчас упал, но скажу вам так, что это неспроста я упал. Ребята, вы никогда не поверите, я тут заколебался, я, наверное, минут 40 бегал по этой локации, по всем локациям, и пытался понять, что к чему. Оказалось, надо упасть, ребят, ну серьезно, смотрите. Всего лишь надо было упасть. И тут этот гребаный гриб. Я просто случайно один раз перепрыгнул и далеко улетел аж сюда. Я в душе вот обожаю эту игру, потому что, ну как можно было бы... Господи! Ты просто серьезно. Вот, и да, мне, я потом спрыгнул, чтобы не спойлерить себе, что дальше будет. Но, как бы... Что это такое? Так, болт. Короче, болт клала на нас игра, да? Короче, ребят, это жесть. Это гриб, который просила у нас та женщина. Помните, который грибы ищет? Она его просила, и наконец-то мы его нашли. Не, ну вот скажите, вот как я мог догадаться до этого момента? Пока бы сам не упал, бы случайно причем, я бы застрял тут на месяца просто бы. Ладно, пофиг. Спускаемся вниз, спускаемся. Капец. Ребята, это так нельзя, так вот нельзя, это уже второй раз, да? Причем первый раз мне повезло, дико, помните, в воде? Мне дико повезло, что я просто повернул резко. Я просто сидел, вспоминал, были ли такие еще моменты в игре? Были, оказывается, вот в воде, где я резко повернул и вылез там, где нужно. Это я не помню, в какой серии, уже в третьей, четвертой, что ли, было. И сейчас, вот, я просто излазил минут 40 всю мапу и уже к дереву к этому бегал тысячу раз и не могу понять, что к чему. Не знаю, ребят, серьезно, не знаю. Вот, нельзя такие загадки. Нельзя такие головоломки делать. Окей, привет. На, свой гриб. Редиска ты. Ты в курсе, что... из-за него... Ты куда пошла? Женщина, ты куда пошла? А, она тут его... Что? Что происходит? Она его посадить хочет или что? А, семечко, смотри, семечко. Не? Во, семечко. Специальное. Пока дождь, вода пропитала страну. Ага, то есть очень долго мы ждали. Ни хрена себе цветуля. Красота. А, ну, конечно, это круто, замечательно, но... То есть... Несколько тысячное семечко послужило, наверное, тем только, что она и является зонтом, да? Восхитительно. Просто восхитительно. То есть мы теперь сможем пройти. Ей, мы прошли в пещеру. И что же нас в пещере ожидало? Темнота. Или что? Нет, видите, а в пещере у нас не темнота. То есть он не видел снаружи, что у нас здесь как бы светло. Мужик на меня так, чё происходит? Так глянул на меня. Слушай, прикольно так. Я надеюсь, ты меня бить не будешь. Здравствуйте. Наскальные рисунки какие-то делает. Здрасте. Я могу с ним вообще поговорить, не? Привет. Я сижу под горой. Я бегаю тут, сгорбившись под горой туда-сюда. И еще раз туда-сюда бегаю. А потом на меня зашло взорение. Я думаю, что за свет такой посветил на меня? Не светит на меня свет. Нет. Он светил из разных сторон, куда бы я ни прятался. Я бегал под горой туда-сюда, в страхе, не понимал ничего. А потом я начал рисовать, я начал много рисовать. Нет, я не сумасшедший, я начал рисовать флеши, начал рисовать какие-то водовороты. Или Гарри Поттера. Был безумным, да. Испугало его что-то в этой пещере. Нам надо запомнить, типа, то, что он рисовал. Тут какая-то резетка. Смотрите, он вилка. Или что-то в этом роде. Там у нас сохраняловка есть. И огонек. Хорошо. Ладно, пошли мы, наверное, это. Сохранимся для всякого случая. Ух ты. Ух ты, какие тут штучки есть-то. Интереснейшие. Давай, сохранимся сюда. И давай, наверное, попробуем сначала вниз пройти. Не-не-не, вот вниз, вниз. Я посмотрю, что там внизу.
Давай-ка. А потом вернусь сюда к гейзерам. О! О, офигенно! Слушай, так, а это что такое? Что это такое? Рычаг, с помощью которого можно было запустить артефакт. Сломался. Нужно было починить его. Нет. 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 Ну и камень. Нет. Окей. Ладненько. Ну, в любом случае, мы, получается, можем же тут что-то засветить, да? Так, хорошо. Я знаю, где мы появимся. Ну, и ожидаемо, ожидаемо. Чисто теоретически я могу, наверное, перепрыгнуть. Серьезно, да? Так, ну хорошо. А ну, я могу чисто теоретически запрыгнуть? Нет, я на руку ему не могу запрыгнуть. Ты прикинь, что делает редиска. Так, ладненько. Тогда уходим обратно. Ну, нам гейзером. Пока что гейзером надо. И рычаг какой-то нужно найти. Давай. Проходим. Пройдем сейчас по гейзерам. Посмотрим, приведет ли это нас хоть куда-нибудь. Так, смотрим. Все вместе. Потом этот. Долго. Потом этот. Ага, понятно. Потом сейчас все вместе. Нет, два, смотри. Так, все вместе. О, нифига себе, он мгновенно меня убил. Я заранее решил прыгнуть, но он меня мгновенно убил. Фигарики. Давай, телепортуйся. Это будет сложно, блин. Это будет реально сложно. Фигово, фигово, слушаем. Ну ладно, попробуем. Ух ты, скотина. А, да скотина какая. Другой вариант надо искать. Где я могу именно... Именно, да. Именно тогда, когда надо. Надо смотреть. Надо сейчас смотреть и выбирать. Когда конкретно я могу перепрыгивать. Пока что я таких вариантов не видел, но наверняка он должен быть. Так, давай. Так, сейчас все вместе. Потом один передний, да. Потом вот эти два. Сейчас этот, а потом первые два. Да, видишь? А теперь что? Теперь один этот. Хорошо. А потом? Потом все вместе. Ох, ё-моё. И тут нет варианта, алло. Или подожди, или мне надо будет... Вот сейчас все вместе будут. Угу. Мне надо будет, когда... когда первые два пшикают, да? Вот здесь, допустим, я прыгаю. Нет, не прыгаю. Хорошо, когда первые два... Вот здесь я прыгаю, и куда я потом прыгаю? Никуда. Блин, а тут не перепрыгнут никак, оказывается. Тут просто нереально. Это нереально, тут везде всегда есть. Мне нет выбора. Он вообще меня как-то убил странно.
Вот правда, у меня очень странно сейчас убил. Давай, давай, перемещайся. У меня еще осталась, кстати, дощечка. Мы помним до сих пор о дощечке. Очень странно, что там нету как раз таки момента, где можно перепрыгнуть по этим штукам. Там нету, я посмотрел, вроде рассчитал, ничего нету такого. Ты мне все еще будешь... О, господи, не надо мне по второму кругу рассказывать, как тебе плохо. Я думал, тебе с тобой взаимодействовать можно. Но с тобой нельзя взаимодействовать. Три диска такая сумасшедшая. Капец. Почему это скипать нельзя? Вот это, знаете, вот это больше всего разочаровывает, что это все скипать нельзя. У нас, кстати, до сих пор есть возможность добывать молоко, но куда нам его добывать, мы не знаем, кстати, да. Все, ты порисовал? Порисовал? Спасибо. Lost his mind. Да вот у тебя там гейзера такие, меня тоже не напугали. Наверху мы только зажигать свечку можем, да, свою? Все, больше тут нифига не можем. Ясненько. Вот, вот что это сейчас было? Вот что это было? Что это было? Он на месте прыгнул просто так и сдох. О, господи, боже мой. Давай, портируйся. Ну, не знаю. Мне кажется, единственный развитие, вариант события, это как раз таки прыгать по вот этим вот сталактитам, сталагмитам, но так, чтобы зацепиться за край из них. Я, наверное, знаете, что сделаю сейчас? Я, наверное, сохранюсь где-то поближе. Ну вот здесь, чтобы не рождаться хрен знает где, да, постоянно. Потому что это вообще дико неудобно. Вот, выходим отсюда. Мне надо так прыгнуть, чтобы прыгнуть и зацепиться, наверное, за последний, потому что с середины там дырочка. Вон, видите, пшикает. Так. Да ну, куда он сейчас прыгнул? Shift, все, я виноват сам. Я сам виноват, да, да, я сам виноват. Давай, 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 давай. Все, а там без шифта прыгнуть просто третий раз надо. Так, давай, ждем. Я понял, как это сделать. Вот, все. Есть, 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 есть. Есть. Давай, давай, давай. Фу! Ей! Ха-ха, получилось. Так, и тут надо поджечь. Слава яичкам! Все? Они отключатся? Скажите, что они отключатся. Пожалуйста. Да! Ей! Вы победили! Вы победены! О, боже, тут еще... О, щет! Че, он за мной побежит? Не, он за мной не побежал. Кстати, какая интересная штука там значится, да, у нас? Иди туда. А если он станет первый? Я не хочу спрыгивать, я понял? Можно проверить, знаете что? Не, он не знает, где я теперь, да? Типа. Смотри, когда эта штука... Это что делает? Убегай! 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 Я понял, что сделать. Ой, я затушил ее, ничего страшного. Давай, давай, я понял, что надо сделать.
Очень странно. Ладно, надо именно на красные пимпочки нажать. Все, я понял, давай. Все, стой, уходи. А потом ты такой будешь идти, и тема такой, хо, хей, ла-ла-ла, и ты такой упадешь, и все, да, все будет замечательно. Так, подходи. Нет. Есть. Давай. Я здесь, парень. Я здесь. Давай, увидь меня. Так тебе и надо, курица помада. Ладно. Есть. Бу-бу-бу-бу-бу, я чуть сам не это, не рухнул. Так. Я какой-то вечный огонь сейчас зажгу. Ой, тут что-то наверх, понятно. Но я вот это зажгу, да, сначала? Нет. Нет. Перец? Может, перец? Нет. Может, крышка? Ну, хотя крышка не такой формы, но тем не менее. Нет. Окей, может, вот этот рычажок? Нет. Это что? Это я беру площадочку какую-то. Надо... Ага, нам типа показано, что надо. Значит, перец все-таки надо. Нет? Надо огненный какой-то перец, видать, да? И масло, или что бы это ни было. Нет, не надо. Ну, ладно. Но это, видать, та штука, где она варить грибы собирается, наверное, нет? Я вот, честно говоря, не понял, если честно. Или это мы что какую-то бадью должны забодяжить? Либо это там, где она... О, сохранение. Сохранение это хорошо. Сохранение нам пригодятся. И я слышу там неприятную музыку. И предлагаю на такой интригующей ноте, что же там у нас ожидает, остановиться на сегодня. А вам интересно? А подождите следующей серии и узнаете, что вас ожидает следом. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, до скорого. И не унывайте, пускай ваша свеча никогда не гаснет. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, до скорого. Пока. Says, but I need this, yeah, I need this.